Друзья, всем здравствуйте! Небольшие новости. Я думаю, что вы уже в курсе, что скоро будет мега супер крутое обновление. Уже вышло? Шутка. Оно вышло, но ни хрена в игре не изменилось. Ну, мы сейчас об этом все поговорим, что изменилось, а что не изменилось. Для начала давайте посмотрим Brawl Talk. Всего будет 3 новых скина, и, в принципе, давайте посмотрим. Ты что спойлеришь, как бы весь интерес? Так что за 3 новых скина? Давай посмотрим. Поехали. Come on, Ryan. What have you done now? And why there is a giant spike? Это что, типа спайк будет? Вау. Well, там не видно Брайана и этого. Это Брайан или нет? Это Райан. Брайан. И Дани. Дани. Короче, что-то они там рассказывают. Let's end this silliness and get into Brawl Talk. Тут, конечно, субтитры есть. Get to the update, we have to субтитры? А, но прежде чем начать, мы хотим поздравить первых в истории мировых чемпионов Brawl Stars. Поздравили. Поздравили. А, ну и вот, собственно, вот это... Вот это вот мне больше всего нравится. Аебота? Аебота? Объявить сотрудничество с Line Friends. Это что означает? Обнова ради бабок. Вот просто, вы понимаете это? Ну не факт, не факт, что ради бабок. Ну вдруг какой-то бард или еще что-то. Ну суть заключается в том, что... Ребята, вот эта компания... Вас продали на эти игрушки. Вот видите вот эти игрушки? Я не знаю, что это вообще, откуда, мультики, что я это, игрушки. Я вообще не знаю, это американская, наверное, какая-то фигня. Я хер знает. Ну, в общем, посмотрели, да, на вот эту хрень? И что вы думаете? Вот эту хрень сейчас внедрят в игру! Просто посмотрите, посмотрите, это Эль Примо, друзья. Он потолстел, кстати, мне кажется. Он реально потолстел. Вот это Леон. Ну там, да. Кстати, у меня немножко плохо захват экрана видно. Вот я вот так вот покажу. Mm-hmm. Леон, видите? Леон, как он? Салли Леон, уточка Леон. Или кто это? Уточка Леон, уточка, да. Леон. Ну, Леон еще смотрится красиво. Ну, прикольно, как минимум. Ну, ладно. Можно реально скин сделать этот Леон. Можно, да. Прикольно. А, так, ну, finally, типа... И что это? Карл Жаба. Это, Леонард, знаешь, Карл. Как будто Марио. Или это черепаха? Я, нет, это жаба. Жаба, как будто Марио с грибочком этим. Самый дерьмовый — это Эль Примо. Да. Давайте просто сейчас мы посмотрим. И все. Как вам такое, дорогие друзья? Классно. Бюджет компании Supercell насчитывает более миллиарда долларов. Да, это просто жесть. И мы выпускаем видос в начале декабря. Ой, спустя полтора месяца, наверное, обнову прошла. Три новых скина. Офигеть. Причем такие непонятные, сомнительные скины на любителя, возможно. Вам нравится, но слишком по-детски. Игра и так, да, привлекает очень много детской аудитории. Ну, это вообще просто трэш. Это вообще, ну, мне не нравится, кроме Леона, ничего тут. В принципе, естественно, я все эти скины разыграю. Получается, по... Вот они, все три новых скина, вот. Ну, вы смотрите, что это за мешкобарни, блядь? Так он потолстел, ты посмотри на него. Раскормили его там. Почему именно Примо? Ведь есть ПМ, вот можно было в... А, ну... Да не, ПМ вообще... Да, ну не знаю, может им так захотелось. Не, ну типа... вот Леон, вот, да, Леон он скильный, он реально красивый. Карл, ну, такой, не, в курточке. Ну такое себе Карл, а потом или прямо вообще... Карл говнище, блин. Ах. Но да, помимо этих изменений еще изменили... Изменили поддержку, добавили. Нет. В маркете можно сейчас увидеть такую шнягу, что добавлено 90 и 120 FPS в... Не FPS! Ну, герц. Это, герц, в принципе, FPS в игре. Короче, игра стала еще плавнее на тех устройствах, которых поддерживаются. Да. Это какие-то игровые Android смартфоны, либо iPad, ну, Pro. Ну, iPad Pro, да, либо у которых экраны там поддерживаются 90 и 120. Короче, сейчас пойдем посмотрим на плавность игры. Ну, а вот эти скины, вот, напишите в комментариях, какой вы скин себе хотите. Я, кстати, бесплатно вам подарю эти скины. Кто хочет получить от меня бесплатно, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну что ж, погнали поиграем, посмотрим, что же за 120 Гц или FPS. Ну, у тебя это не будет отображаться на экране никак, потому что у тебя передают 60 только. Ну, я все равно пойду, мне не скажу разницу между тем, что было, и тем, что сейчас. Попробуем, погнали в игру. Ну, я, в принципе, уже поиграл. До этого.
Ну, это то же самое. То есть, вот в первую очередь хочется сказать, что намного плавнее все вот это вот кажется, когда, блин, ну реально оно, знаешь, не так как-то остро двигается. То есть, знаешь, сейчас, когда поворачиваешь, оно кажется, что... Слушай, а у тебя плавнее. Как-то по-другому. В смысле, у тебя не так? Ну, как-то не так. Лол. Может, реально у тебя не включена поддержка? А что, надо включать где-то? Ну, она вообще по стандарту включена, может быть, выключила. Я не знаю, честно говоря. Ну, у тебя как-то не так, или мне кажется. Давай поменяем с планшетами сейчас. Давай, быстренько. Давай, на. Только ты не сдохни хотя бы. Опа! Я так. Не сдохну хотя бы. Слушай, у тебя как-то реально... Ля! Это чё, блин? Это чё означает в смысле? Это не сдохни, 12 секунд живи, да, блин. Живу. Так, давай. Ой, хорош, замансил. 3. Да. Тут 2 секунды осталось. Так у тебя реально как-то не так оно ощущается, в смысле? А ну еще пойдем. А ну давай-ка, я что-то не понял. Может быть, это прокол суперсылов, типа не на все айпады еще завезли? Ну, то есть на вот этом планшете, на планшете. Да. Так у нас планшеты одинаковые, ребята, модели. Ну у него офигеть плавно. Так у Вани реально оно не чувствуется. То есть, знаете, оно как будто тяжело так двигается, перс, а там все побыстрее. Или это может перс такой может быстрый? Может быть, да, перс, ну блин, там, слушай. Ну не знаю, какое-то... Я не знаю. Ну, какое-то реально... обманчивое чувство, то есть, ну... Знаете, колоссальной разницы нету, наверное. Ну правильно, это сложно почувствовать, потому что, ну блин, глаз не различает эти FPS практически, но в плавности, именно в скорости стрельбы, оно должно отличаться. Короче, ребят, забейте, вам для вас ничего, никаких изменений, кроме трех новых скинов. У вас 60 FPS, это ухо. Блин, какое красное хлебало, давай попробуем вот такая. Давай. Короче, ребят, ну по поводу вот этих поддержки герц, ну... Ой. Скажу вам честно. Это сложно прочувствовать, но все-таки... Ну на Леончике плавненько, я вам скажу. Плавненько, прям так шикарно. Да. Вот, но я играю на этом, то есть... Ну на Леоне я сегодня уже играл, то есть до обновы, как бы. Я, конечно же, прочувствовал, то есть он сразу и сказал, что типа, вау, это реально чувствуется разница. Так, а у тебя пассивка есть на Леоне? Да. Хилится он. Блин, не быстро передвигается, да? Не, он хилится под инвизом. Тоже классно. Ну, 1000 хп в секунду. Ха-ха, привет. Блин, ну, Леон, конечно... Не, ну, блин, камон, какой... Какая уточка на Леона? Только добавили волка. Идеальный скин, как да-да. По мне. Кстати, ребята, Леон-волк у нас есть в реальной жизни. Если вы хотите посмотреть, на лайв-канале скоро выйдет видос. Обязательно подписывайтесь. Ваня, меня вынесли. Я не удивлен. Да. А где бык? О, сейчас будем их... Два ближника, капец, вот олухи. Оп, причем минус. На этой карте. Как он будет выносить вот бык Поко, блин? Кстати, у кого есть все-таки поддержка, ну, не знаю, может быть, Android смартфон там по типу OnePlus 7 или что-то типа такого, напишите вы, как вам вообще там, чувствуется разница или нет? Топ-1. Короче, в принципе, это вся обнова. Да. Как кстати. Вам, ребятки, как вам? Ну что? Капец. По поводу обновы, ребят, ну что, мне кажется, что можно было бы и больше. Я понимаю, возможно, у них там маркетинг, возможно, у них там все по плану, чтобы нас не баловать. Они под Новый год что-то готовят интересное, да. Я без понятия, конечно. Но это слишком слабо. Обновы это не назовешь, скины сомнительные. Леон еще пойдет, но вот эта жаба, Карл и... Это для кого вообще? Для какого возраста эти скины? Что это за дичь? Это реально пятилетнему ребенку, ну... Что это за... Я просто не понимаю тоже, это типа как-то диковинка. Я вот на это бы деньги не тратил, но только из-за того, что ну, у меня вот, канал... Смотри, есть спайк, он реально спайк прикольный такой. Спайк офигенный, такой, да. Типа он не для детей так прорисован, ну плюс-минус, знаете ли, скорее как раз-таки уже для чуть старшей аудитории, но блин, ну, вот этот вот Эль Прима, Карл, это просто дичь какая-то, а. На это он, Леон вообще классный. Ну, да, ну, вот Леон вот этот прикольненький. Булл тут есть, вот старенький Булл, который вообще, вот викинг Булл, блин, это все так реально, они красиво прорисуют, но не могут, блин, сделать обычно. Да, я тебе говорю, это какая-то рекламная кампания бабок да. Занесла просто, и они... Я тоже самое сказал, обнову ради... Они бабок. И обнову не рассчитывали делать, чисто да. Бабок взяли. Короче... А потом скажут через пару дней, ну это было как бы шутка, сейчас обнова будет заебись. Короче, да. Друзья, потихоньку хаваем то, что нам дают, но, блин... Прикатимся, хрен знает. Нам как бы выбора у нас нету. Но, тем не менее, ждем обновления, ждем новые скины. Я все скины разыграю, неважно, нравятся они или нет. Я разыграю их бесплатно, кто хочет получить. Но я думаю, что, ну, Примат и Карл все... Окей, но Леон, я надеюсь, что они хотя бы Леона будут продавать вместе с персонажем.
а не просто скин. У кого нет Леона, все, скина нет. Вообще продайте его тогда с персонажами, это будет хотя бы крутым конкурсом. Надеюсь, что так и будет, я обязательно разыграю. На этом, ребят, все. Спасибо вам за просмотр, всем удачи и скоро увидимся. Всем пока. И ждите, мы тут собрались, чтобы записать батл. А, еще, кстати. Да? Он комп новый. Сейчас буду запускать Круто. Его, настраивать. И на влоговом канале выйдет сборка нового компа, комплектующая. Все, в общем, на влоговом канале. Кому интересно по технике что-то, то подписывайтесь на влоговый канал. Там не только техника, но тем не менее. Спасибо за просмотр, всем удачи. Чао-чао, пока.